Здорово, народ. Очередная вылазка в лес. В общем, решил потестировать гамак. Конечно, в палатке бы с печкой было бы поинтереснее, но я пока не обладаю такой роскошью. Так что буду довольствоваться то, что у меня есть. В общем, ну сегодня все как обычно, ребята. Наготовим дров, приготовим покушать. Походим по лесу, посмотрим, что интересно есть. Может, какие-нибудь кадры для вас поснимаю интересные. Ну, говорить, думаю, много не буду сегодня. Так, если что-нибудь будет такое существенное и интересное, то расскажу, покажу. Так что, ну вот, установил гамак. Решил поиспользовать подвесную систему зимой, посмотреть, как она себя ведет, как она себя покажет. В общем, снега у нас выпало достаточно много, ребята. Я кое-как пролез без лыж, но пока лыжи одевать не хочу, так как у нас присутствуют горы, а в гору на лыжах по рыхлому снегу, даже на широких с камусом, и то, думаю, не залезьте. А про снегоступы говорить не стоит. Иной раз смотришь вон американские каналы. Там на снегоступах идут. Там снега-то по щиколотку. Они уже на снегоступах ходят. Так что, а здесь бесполезно. Тут вместе со снегоступами по пояс утонешь. Так, ребят, сегодня в тайге у меня в помощь вот такой вот якутский нож большой от ребят «Стальные бивни», кстати. Ну, сейчас мы его посмотрим, я вам маленько про него расскажу. В общем, сами ножны выполнены вот в таком вот стиле, в коричневом цвете. Это натуральная бычья кожа. Также присутствует ремешок для ношения на ремне, там на шее можно. Ну, а это я уже сам, друзья, сделал. Медвежий коготь. Вот с шерстью еще, смотрите. Ну, в общем, пройдемся по ножу. Нож прям действительно, ребята, большой. Длина клинка 170 миллиметров, ширина 27, толщина 4 миллиметра. В общем, вот, вручную откованный дол, клеймо мастера, вот она, «Стальные бивни», написано. Рукоятку, когда я заказывал нож, рукоятку я выбрал специально из бересты. В общем, что она дает? Она не дает рукам мерзнуть в морозах. А у нас же морозы в Сибири сильные, так что... Рукоятка составная из бересты, по краям черный граб, притин из дюраля. В общем, вот, ребят, нож очень острый, очень удобный. Кстати, большой нож, он подойдет для разделки рыбы, мяса,
по дереву, благодаря односторонней заточке, по дереву удобно им работать. Ну, в общем, сегодня я его потестирую на полную катушку. Что-нибудь построгаем. Так что, ну, вот так вот. Вот такой вот ножик, ребят. В общем, сегодня будем тестировать. На данный нож я оставлю ссылочку в описании под этим роликом. Ребята, молодцы. Ребята, я еще раз говорю, кузница называется «Стальные бивни». Там ребята занимаются ножами якутскими. И не только якутские. У них можно заказать там на любой вкус и цвет. Там обговариваете с ними, в общем, какая сталь, какая ручка. Ну, я выбрал такой по цене, чтоб средней ценовой категории, сталь Х12МФ. В общем, ну вот, ребят, ладно, сейчас. У меня уже нападал снег. Ну, тент я большой накрывать не стал, так как, боюсь, искра попадет. Ношу нож на ремне, так как на шее мне неудобно. Хотя по большому снегу лучше, конечно, нож иметь на шее. Так как если ты провалился под снег, то нож уже не достанешь. Вот. Вот такие преимущества есть ножей, которые носятся на шее. Что в любой ситуации, куда бы ты ни провалился, ты легко можешь его достать и применить. А если у тебя нож, допустим, в сапоге, там в сапоге, либо на поясе висит. Если ты проваливаешься по самый пояс, допустим, я иду, провалился по самый пояс, и все. Ножом, ребята, я уже не смогу воспользоваться. Вот. Ну а сейчас в моей ситуации в данной, я нож ношу. Вот. Он мне не мешает, болтается. Вот. Очень удобно, кстати, вот такое приспособление на кожаном шнурке. Что можно и на шее, и на поясе там, и еще куда-то его повешать, допустим, на сучок там где-то либо в тайге. Ну, в общем, ладно, сейчас я приступлю к готовке. Буду готовить чай сегодня, мясо, картошку, сало. Вовсю кипит вода. В общем, сейчас первым делом заварим чаек. О. Так, чуть рукавицу не сжег. В общем, я сегодня взял с собой такой модный чайничек. Хочу в нем заварить чаек. 2,2 литра. Вот. Жечь его на костре не стал, так как жалко. В общем, сейчас в нем заварю. Сейчас уже угли нагорят, можно будет мяско с картошкой, сал, с сальцом жарить.
Ну а пока чаек попьем. Нас никто не торопит никуда. В общем, 3 пакета, думаю, хватит сюда. Прям оборву эти лепестки. Вот 3 пакета. У меня что, еще сахар? Сахарок. Так, котелок-то горячий. Наливать-то. Вот. О. Ну а там от снега мусор. Так. Вот пусть запаривается. Тут, кстати, можно фихтовую веточку, наверное, закинуть для аромата. Небольшую. Оба. Так, пока настаивается чаек, сейчас приготовлю миско. Миско, сальцо, картошка у меня тут. Сперва, наверное, картошку почистим. Или нет? Нет. Вот сейчас руки замараю. Взял сегодня с собой такой комплект титановых шампуриков. Походные шампурики. Очень легкие. Так что хочу спробовать приготовить сегодня на шампурах. Вот, взял соль. Сразу у меня тут соль, перец и лавровый лист. Вот, у меня уже там уже готовые угли. Сейчас. Два, наверное, миско надо сделать. Мясо взял тоже, свинину сегодня. Решил что-то я на свинину перейти. Так, мусор сразу в костер, чтобы нам не мусорить. О. Я не знаю, то ли его целиком прям продеть. Нет, наверное, не получится. Нет, получилось. Сейчас мы его сразу поперчим, посолим. Так, вот. Вот так его погуще. О. И с другой стороны. Так, я думаю, мясо вывалиться не должно. Так. Ну а теперь. О, друзья, якутский нож даже картошку чистит. На ура. А я почему-то думал, чижаво будет им чистить. А он. Но он не толстый. 4 миллиметра всего. Односторонняя заточка. Так что с картошкой он справляется тоже. Вот и проходит тесты. Где как только не в лесу потестировать. Ох, что-то картошка вся какая-то плохая. Какая-то черная. Не знаю, что это за картошка такая. Какая-то не ахти. Мы ее в снегу помоем. Воды нет. Да, картошка не ахти, ребята. Ну какая есть. А то если я ее выкину, так вообще
есть нечего будет. Вон вся какая-то черная. Не знаю, то ли подмерзла у меня где, пока шел, то ли что с ней. Видите, какая вся черная какая-то. Ничего не пойму. Какая-то плохая. Вот, картошку нарезали. Правда, она не очень. Но я еще раз говорю, что-то надо кушать. Ну, теперь нарежем сальца. Оба. Оба. Сало-то розовое, смотрите, ребят. Так, хватит. Сейчас мы это все дело оденем на шампуры. Картошка. Сало. Картошка. Сало. И вот так вот чередуем. Картошка, сало, картошка, сало. Так. Что ждать-то? С моря погоды. Ой, пусть она жарится. Так, я. Ну вот, у меня один шашлычок уже готов. Так. Что там у нас, где угли-то? Вот такой вот у меня будет ужин или обед. Уже не знаю, что у меня тут будет сегодня. Так, что-то я, наверное, не дождусь уже обеда своего. Что-то долго мяско жарится. Шашлычок уже готов. Вот такой вот шашлычок получился, картошка с салом. В общем, можно приступать к трапезе, к волшебной. Ну, а мяско еще, наверное. А хотя и мяско уже готово. Так что сейчас будем трапезу производить. Шашлычок под коньячок. Ну, коньячка у меня нету. У меня он сегодня чай только с собой. Так что сейчас хлеб откроем. Хлеб я уже беру нарезанный. Постелил коврик, кстати, оттуда. Кто-то мне уже писал, что можно колени это застудить. Как их сказать? Болеть потом суставы будут. Вот. Они у меня и так хотя болят. Оба, вот такой вот мяско, ребята, смотрите. Вкуснотища. Сейчас будет.
Ладно, сейчас поем. Натаскаю на ночь дровишек, чтобы уж наверняка не замерзнуть. Опа! Так. Так. Ну что? Готовы, ребята, со мной? Присоединяйтесь. На всех тут хватит. Ну-ка, какой стейк там у нас-то? О! С моего полосками нарежем. О! О, ребята, смотрите какой. Красота какая! Ну, приятного аппетита. У нас уже вечереет, хотя 3 часа дня. Еще ветер, в принципе, не настал. Вкуснотища. Ребята. Холодает у нас. Снег перестал идти. Надо больше дровишек заготавливать. Тут, в принципе, сухостоя много. Найти дров не проблема. Только рубить их долго. Отобедал. Сейчас ходим за дровами. А то костер уже прогорает. И я вам расскажу один случай из моей жизни, который со мной произошел. Произошел он, правда, уже давненько. Тут даже телевидение со мной связывалось по этому делу. Кто, если видел ролик «Россия-1», вот, я вам про него расскажу. Все было на реальных событиях, все происходило лично со мной. Вот. Так, мне еще надо вот эту унести будет. Оба, а тут и смотрите, какая красотень, выворотень. Большой, кстати, ну-ка, сейчас посмотрим, что за выворотень. То я даже не встречал такого огромного выворотня. Кстати, можно будет потом и у него заночевать. Вот, смотрите, какой огромный. Можно прям построить стенку такую, типа домика. И там откопать снег и заночевать. Тоже, кстати, неплохая идея. Так, ну сухостой вот есть. Вон сухостой. Ну, тут сухостоя, в принципе, много. На ночь мне дров должно вполне хватить. Так. Только ходить по такому снегу не очень удобно. Так, ладно, сейчас я унесу эту полену большую. Ее надо будет разрубить еще мне, которую я завалил. Я уже одну часть от нее взял, или здесь уже на месте сразу разрубить. Ну ладно, сейчас посмотрим. Да, тайга спит под белым покрывалом. Красота просто неописуемая. Знаете, вот вы смотрите, да, видео, друзья, вы смотрите одно, а вот когда я хожу, все это вижу, это совсем другое. Это прям, ну, не передать словами. Не, кедр ломается намного лучше. Оба, засыпать сейчас.
А тут, видите, еще идешь, когда один. Это же нужно пойти, допустим, поставить камеру, чтобы для вас снять, да? А потом еще обратно по такому глубокому снегу за камерой вернуться. Это вот не очень так удобно это все делать. И на это уходит очень много времени. Вот. Ну ладно, сейчас я вам расскажу про один случай. Вот, ребят, костер разжег. Костер горит. Наливайте чаю, присаживайтесь поудобнее. Я вам сейчас расскажу один случай, который со мной произошел в реальной жизни. В общем, собрался я идти за клюквой, а дорогу не знаю. В общем, подошел к знающему деду, к мужику, и говорю: подскажи мне, как мне пройти за клюквой. Он мне сказал: иди по дороге вверх по Тельбису, дорога одна, первый, говорит, свороток налево, и прямо, и никуда не сворачивай. Ну, я ему сказал, я факт то, что это я запомню, но ты мне лучше нарисуй карту. И он мне, в общем, друзья, от руки нарисовал карту, и я по этой карте пошел. Он мне сказал: за одни сутки управишься, в общем. Ну, соберешь клюкву, еще успеешь вернуться домой. Вот, взял я с собой продуктов на одни сутки, естественно, что я так и думал, что я соберу клюкву и в этот же день домой вернусь. Ну, а клюква у нас в сентябре спеет, уже где-то в 15 числах сентября. Вот. Ну и 15 числа я благополучно отправляюсь в лес за этой клюквой. Вот, по нарисованной карте. Сперва я 25 километров где-то прошел все правильно по этой дороге, по которой мне рассказал. Ну а дальше уткнулся я, в общем, в реку. Река называется Большой Таз. Вот, уткнулся в реку, и все, дороги-то нету, а там, как я уже сейчас-то сам уже знаю, что там бродов 11. Ну, а я 5 бродов перешел благополучно, пошел я в болотниках. Вот, пошел в болотниках, и то ли на 6-м, то ли на 7-м броду, я, короче, там есть 2 глубоких брода. И один брод я не смог перейти. Я просто-напросто в этих болотниках с рюкзаком с тяжелым упал я в воду. А вода осенью, ну, вода была большая, шли дожди. Вот. И я поплыл, ребята. И мое спасение, что была перевалена где-то через 200 метров. Я проплыл в этих болотниках. Ну, сами, друзья, знаете, что болотники полные, из воды не вылезти. Они, тем более, у меня были распрямлены. Вот, зацепился я за эту березу. Думаю, что же делать? Перетаваться до берега далековато. Вот, я скидываю, значит, рюкзак. Рюкзак скинул с продуктами в воду. Ну, мне не было уже выхода. В общем, кое-как я без рюкзака. Я думал, болотники скидывать смысла нету, потому что иначе придется босиком идти. Вот, скинул я, короче, этот рюкзак. Рюкзак у меня плыл. И через некоторое время я уже гляжу, он пошел на самое дно. А вода большая, вода мутная. Ну и я до берега до этого дополз, в общем, стал метаться, что же делать дальше, как вообще, куда идти. Пошел я, короче, ребята, вниз по этому, по большому тазу, а речка, получается, бежит вниз, потом разворачивается и бежит в обратную сторону, и, в общем, петляет река. Вот, и я пошел вниз. И потом вернулся опять к этой же березе, где я, короче, и вылез. Я думал, ё-моё, какая-то аномалия, что ли. А время уже были сумерки, уже смеркалось. Вот, рюкзак я понял, что искать уже бесполезно, потому что он как ко дну ушел. Нырять за ним я бы точно не стал. Ну, а продуктов нету, что делать? И, в общем, я потом по этим кустам, там вся река заросшая. Вот, я по этим кустам прям впритык шел и нашел выход. Потому что я раз за 3, наверное, кругаля давал и возвращался к этому же месту.
Вот, и пошел вниз. Время уже ночь. Это где-то я прошел, где-то около, наверное, где-то километров 40 уже прошел. И встречается мне в оконцовке изба. Изба стояла у реки справа. В общем, я пересек. Мне пришлось пересечь опять эту реку. Продуктов нету, ничего нету. Захожу в избу. Изба, видать, была не охотничья. Потому что, ну, стоял дом такой, 6 на 6 дом, я весь в оконцовке мокрый, на улице уже, ну, поздняя осень, стоял уже заморозок. Вот, я давай кочегарить этот дом. Ё-моё, ребята, вы не поверите, я этот дом кочегарил до утра. До утра я не спал, и так я его не смог его согреть, дом этот. Ну, чтобы там было хоть как бы тепло было, потому что дом большой. Дрова я впуливал, короче, в эту печку, и бесполезно было. А в этот дом я пришел, ну, уже было темно было. Вот, рассветало утром в оконцовке, выхожу на улицу, стоит генератор, значит, там был свет, ну, а я в потемках разглядел, вот. Думаю, что делать дальше? Дальше я пошел, нашел дорогу. И по этой дороге пошел, в общем. И от этого дома, вот, где я ночевал, в общем, в метрах с 50, да даже 20, наверное, метрах, там стоит охотничий домик на пригорке. Захожу я, короче, ребята, в этот охотничий домик. В этом охотничьем доме полно продуктов, просто запасы там вообще. Ну, а я думаю, как, ну, чё мне делать, без еды, что ли, быть? Вот, я, короче, сварил там банку тушенки, лапши, там, короче, сварил, поел. Еще на 2 дня остался я в этом домике. Хотя у меня все, вот, мама, жена, у меня все знали, что я пошел на 1 сутки. Вот, я остался в этом домике, связи там нету, бесполезно звонить, бесполезно искать, никто там тебя не нашел бы в любом случае, потому что это очень далеко. Пожил я в этом домике 2 дня, на второй день я просыпаюсь, еще раз сварил, взял с собой я из этого домика, в общем, взял 2 банки тушенки, майонез, сухари и, по-моему, лапши. Да, лапши и котелок я взял. Вот, думаю, пока неизвестно еще сколько мне идти домой и что я буду кушать. Вот, я из этого домика, конечно, взял. Вот, и пошел я дальше. В общем, шел я где-то, я вышел где-то в часов 8 утра. И в часов, наверное, в часа в 3 дня... Мне, я уже шел, короче, выхожу к полям. Ну, а я-то знаю, что в нашей местности полей, в принципе, их нету. Их и не должно быть у нас, потому что у нас тут горы. Гористая местность, смешанный такой хвойный черненый лес. Вышел к полям, на поле стоит автобус. Ну, прям реально, прям стоит автобус. Но он без колес, все там, с печкой он. Я так посмотрел, зашел в этот автобус, там, видать, да-то, может, кто-то жил, может, лесники какие-то жили или что. Ну, в общем, я не стал останавливаться. Зашел, посмотрел, ну и пошел дальше. В общем, от этого автобуса еще, наверное, я прошел до вечера уже. Уже к вечеру, да, уже было дело к вечеру. Встретил лесников. Лесники лес пилят. Я говорю, мужики, я говорю, где я сейчас нахожусь? Они спросили, а ты сам откуда? Я говорю, с Каза. Они так говорят, а где это Каз? Я говорю, ну Таштагол, Ширигеш, там Каз, вот этот поселок, говорю, небольшая деревня. Они говорят, не, мы не знаем. Ну, в общем, иди прямо. Они мне сказали, иди прямо, никуда не сворачивай, и там тебя встретят. Там, говорит, будет пасека. Вот, пасека это, короче, оказалось, это бывшего начальника Таштагольской милиции. И я иду, перешел Теж, Кундель, короче, такие ручьи, и гляжу, мужик на коне скачет. Прям реально на коне мужик скачет. По-моему, конь был такой серый, что ли. У него через плечо сзади карабин висит. Он говорит,
Я говорю, мне как бы выйти? А он говорит, ты, говорит, дружок, уже в Малиновке. Я говорю, в смысле, говорю, в Малиновке? Ну, я-то знаю, где Малиновка, там она неподалеку, а от Новокузнецка. Иди, говорит, прямо, там тебя мои, говорит, работники, говорит, встретят. Они тебе все расскажут, все объяснят. В общем, я подхожу, там стоит такой дом, стоит коттедж, можно сказать. Ну, там реально, там живут, там разводят свиней, коров, короче, пруд, карпов, там, короче, все там разводят. Вот. Ну, и подошел я, короче, там, видать, рабочие были ихние. Я говорю, мужики, мне, говорю, нужно попасть в КАС. А у меня с собой ни денег нету. Я думаю, зачем мне брать с собой деньги, если я иду в лес, да? Вот, ни денег нету. Ну, они меня сразу, ты, говорит, кушать, говорит, хочешь? Я говорю, да. Они мне сразу вынесли кусок такой шмяка рулета свиного. Ну, знаете, с пуза, когда рулет этот варят. Солят это, варят. Потом молока вынесли, хлеба, там, короче, накормили от души. Ну, и сказали, что ты находишься где-то в 29 километрах еще. Мне еще нужно было от этого коттеджа, короче, еще 29 километров идти. Жди, говорит, вечером мы тебя увезем, посадим на электричку. Я говорю, мужики, у меня денег, говорю, нету. Ну, они мне, правда, они 150 рублей дали, мне хватило и на электричку. Ну, в общем, сейчас я расскажу. В общем, на УАЗике они сказали, жди, говорит, УАЗик, говорит, сейчас к нам приедет, мы поедем за продуктами. И заодно тебя увезем. Ну вот, в общем, приехал этот УАЗик, меня загрузили в УАЗик в этот, а я там давай фотографировать. Они сказали, не надо тут ничего не фотографировать, давай сюда фотоаппарат. Я сказал, что нет, но они мне, короче, там заставили удалять файлы. Вот. Ну, мне-то интересно было, но я еще тогда блогерством не занимался. Вот. Не снимал вообще ролики. Ну вот, в общем, они меня увезли. Я в этом же УАЗике подождал электричку. Они меня посадили, дали мне 150 рублей денег. Приезжаю я, короче, друзья, в Темир. Там еще до Темира идет конечная электричка до станции Ахпун. Вот. Доехал я до Ахпуна. И получается, я, короче, там двери открываются с двух сторон. Ну, я помню, раньше автобус стоял до КАЗа, вот где я сам живу. Автобус стоял вверху вечно, ну, вправо, если в электричке стоишь, вправо выходишь, бежишь наверх и успеваешь на этот автобус. Ну, вот я, короче, друзья, вышел, гляжу, люди тоже пошли. Ну, а люди-то пошли темирские, кто, короче, живет в этом Темире. И представляете, ребята, а мне нужно было, оказывается, там, что-то там изменили автобус этот по АТП. Вот, и я вышел не на ту сторону, короче, ребята, пока я бежал вниз, обратно через эту электричку, под электричкой пролез, потому что она стоит до 4 утра, а в 4 утра обратно в Новокузнецк едет. Что же мне делать, ё-моё, мне, короче, еще пришлось 9 километров идти пешком до моего дома. Вот, я, короче, кое-как, я все ноги стер, все ноги были просто в мозолях, там уже не то, что мозоли, там уже в крови уже все было, я чувствую, там уже тепло мне, что-то тепло стекает. Ну, а когда домой-то заявился, уже родители все, жена, родители, короче, ходили, оказывается, уже в милицию, милиция сказала, ну, ждите, если через 3 дня не явится, то будем открывать розыск. В общем, ну а я уже вернулся на пятый день. А, и не рассказал, что когда автобус-то встретил, и пошел снег, в общем. В общем, я еще шел и по снегу из леса. Вот, у нас-то зима-то ранняя. И снег шел, и, в общем, вот, пошел по снегу. Ну, благополучно факт то, что я добрался до этого дома, и думаю, блин, больше никогда в жизни не пойду, короче, ребята, за этой клюквой. Пока меня не увезут, вот меня если первый раз свозят, покажут, где это, я уже найду сам. Ну а в оконцовке мне нужно-то было перейти, вот, когда мне уже свозили за этой клюквой, мне нужно было 11 бродов перейти,
И направо сразу в кедрач. Там в кедраче, там клюквенное поле начинается это вот. Ну, сейчас-то я уже, естественно, знаю. Я уже там был. У меня, по-моему, на канале даже есть ролики с клюквенного поля. Ну вот, ребята, вот такая вот, вот в такую в передрягу я влетел раз вообще прям сильно. Там было не то, что страшно, я уже думал, все, наверное, распрощаюсь с жизнью. И когда в Малиновку пришел, они сказали, что вот позавчера, говорит, медведь задрал женщину у них там. Я говорю, ё-моё, вот это, говорю, страсти. Я, наверное, говорит, они еще говорят, да ты, говорит, наверное, говорит, в рубашке, говорит, родился, раз, говорит, дошел. Ну, а я-то шел и ночью же, и вечером, ну, уже были сумерки. А медведь-то ночной же хищник. Вот в такую передрягу, ребята, я попал раз. И, кстати, я вот... ну, я не все, правда, там нужно было на 3 минуты всего рассказывать-то это, этим-то... продюсерам-то с России, с России один. А они еще там, короче, там... еще и наболтали, короче, лишнего там 20 дней, там всего-то что-то дней, наверное, сколько дней, 10, наверное. Ну, в общем, вот такая вот история, ребята, история из реальной жизни, из моей, сам я в ней был, но никому не советую, правда, так вот попадать. Это очень страшно, это очень опасно, и не знаю, даже не объяснить словами. В общем, ну ладно, ребят, буду сейчас, уже костер догорает. Вот, буду сейчас дрова пилить, рубить, таскать. Вот, снова пошел небольшой снег. Все, ребят, зашла луна где-то там высоко. Сейчас маленько посижу у ночного костра и пойду баиньки. Так как время уже без 20:12. Так что пораньше встану, завел будильник на 7. И вскипячу утром чай и пойду домой. Надью себе сделал сегодня. Вот такую большую. Из 3 бревен. Да, ребят, вот так иной раз у костра сядешь и разговариваешь с камерой. У меня раз был летом случай, кстати, еще один такой. Ну, не случай, а как сказать. Рыбаки рыбачат. А я снимаю видео, ну, для вас фильм. И подплывает на лодке, на озере был. Подплывает рыбак и говорит, блин, не пойму, с кем ты там разговариваешь? Никого же нету. Мы же тебя вроде одного же видели. Я говорю, да с кем? Вон у меня друг, штатив да камера. Они смеются еще так. Да. Прогресс идет, не стоит на месте. Да, так тоже, вот. Если бы даже не снимал бы ничего, ребят, видео. Ну, чем еще заниматься? Что вообще дома вот так делать? А так хоть какое-то увлечение есть. Да, друзей себе новых находишь. Все-таки хорошо, что придумали это вот YouTube, это вот камеры, все это. Как-то интереснее, по-другому на мир уже смотришь. Вот, ребят, ну, сейчас вот посижу у ночного костра и пойду баньки ложиться. Ладно, всем до утра. Ох,
Доброе утро, ребята. Раннее утро. 23 декабря. 8:30, еще темно. Как-то так, ребята. Ночью все падал снег. Я же испугался, думал, кто-то ломится, что ли, ко мне. Короче, с деревьев постоянно снег падал. Ветер был, падал снег. Даже будильник пропущенный не услышал. На 7 утра специально заводил. Чего будем вставать? Готовить чай. И подсобироваться домой надо как-то. Но снега не было вроде ночью. Так что вот так пока у меня. Ночь прошла спокойная. Оба еще снег. Было бы нормально. А так страшновато, правда, маленько было, когда снег падает. Все-таки один в тайге.